трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет ремонта авто над денежной выплатой. Ожидается, что на этой неделе документ одобрит Совет Федерации, а затем подпишет президент. Вступит в силу он через месяц после официального опубликования. Новый порядок будет распространяться на полисы автогражданки нового образца. Трасса 101. Группа депутатов Госдумы снова завела речь о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал, в том числе на покупку автомобиля. При этом в семье должно быть не менее 3 детей. Речь идет о машине отечественного производства. По предлагаемым нормам продать ее семейство не сможет в течение 3 лет. Размер федерального материнского капитала, добавлю, сейчас составляет 453 026 рублей. Трасса 101. ГИБДД раскритиковала Министерство здравоохранения за непредоставление информации о состоящих на учете алкоголиках, наркоманах и эпилептиках. По мнению госавтоинспекции, из-за этого граждане, которым противопоказано нахождение за рулем, продолжают ездить. Отмечу, что еще 8 лет назад президент Путин призвал Минздрав предоставить ГИБДД доступ к своей базе. Однако медики не сделали этого, ссылаясь на врачебную тайну. Власти Москвы планируют снизить максимально разрешенную скорость движения внутри Садового кольца с 60 до 50 км в час. Такое, говорят чиновники, практикуется во всех столицах. По их словам, последствия ДТП на скорости 50 км в час и 70-80 км в час фатально различаются. К тому же число пешеходов в центре столицы постепенно растет, а большинство автомобилистов и так двигаются с меньшей скоростью. Трасса 101. Компания Ford создала систему, позволяющую распознавать пешеходов на ночной дороге. Она состоит из радара, расположенного на переднем бампере, видеокамеры на лобовом стекле и блока обработки информации. В него загружены образы или очертания людей, что позволяет электронике отличить человека, к примеру, от дерева или дорожного знака. При внезапном появлении пешехода система подает водителю сигнал. Если он не реагирует, автоматически срабатывают тормоза. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.